вот такая вибрационная платформа на пружинах с вибропитателем и с регулировкой мощности вибрации. Мы сделали специальный переходник под наши лотки. Такая проставочка легкая устанавливается. А сверху на нее уже ставится наш стандартный лоток, в котором поддончики силиконовые для размещения наливной продукции, там пюре, допустим, для пастилы. В связи с тем, что лотки имеют усиление, конструкция сделана таким образом, чтобы все было ровно. Включается вибрация, интенсивность можно регулировать на пульте. Ну, в данном случае она должна быть вообще минимальной, для того, чтобы равномерно распределилось сырье. И хватит буквально там нескольких секунд. Все, лоток взяли, в камеру положили, у вас идеально ровная пастила.